Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Max Payne. В последней серии мы пробрались на этот сталелитейный завод, на котором нас убивают враги. Враги здесь уже довольно серьезные, какие-то непонятные наемники, как вы видите. То есть далеко не те мафиози, которые привыкли больше пугать своими пистолетами, чем реально стрелять из них. Эти ребята знают, что делают. Драться с ними в результате довольно непросто. Так, кидай. Хорошо. Ох, смотрите, сколько у меня здоровья. Прекрасно, по-моему. Ну ладно. Хорош. Опять у меня со здоровьем проблемы. Это означает, что сейчас меня опять будут рвать все, кому не лень. Ну да. Так. Ой. Хорош. Так, я ничего не упустил тут. Сразу используем еще одну аптечку. Пока что получается. Пока что получается. Вполне неплохо. Так, что нас ждет в этом коридоре? Can you believe it? I bet they sleep with their rifles. I bet they've given them names. I guess. So, you don't have a name for your gun? Hello? Hell no. You do? Well, yeah. Прикинь, говорит, эти ребята спят со своими винтовками, дают им имена. Второй говорит, да. А ты чё, говорит, кстати, свои винтовки им еще не дал? Тот говорит, нет, а ты чё, тоже, что ли? Придурки. Сейчас эти придурки меня... Нет, не убьют. Ладно. Так, чё по рации? Брешет. The walkie-talkie military lingo could mean only one thing. They were getting ready to destroy the evidence and vanish into the night. I was so close. The hidden truths were just around the corner. Хорошо. Похоже. Наши ребятки начинают заметать следы. Что они тут делают, пока непонятно, но скоро мы это выясним. Я думаю, успеем, прежде чем они уничтожат все, что только можно. Так, что нас тут ждет? Тут нас ждут ребятки, как обычно. Ой, тихо, подожди. Подожди, он умер, что ли? Отлично. А, по-моему, у нас еще один где-то там был. Неохота рисковать, честно говоря. Ну ладно. Если что, прибежит, сейчас в спину меня расстреляет. The mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell B7 and D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets, just beyond the next doorway. Хорошо. Вообще, Max Payne удивительная игра. Вот, как правило, я, как вы знаете, записываю игры порциями. Ну, то есть, по 3, по 4 серии. Чтобы было свободное время. Max Payne такая игра, что я ее записываю, пока не надоест совершенно. То есть серии по 8 сразу. Это вообще, по-моему, офигенно. Игра утягивает себя, но после нее, конечно, нужно отдыхать. Потому что после нее натурально руки дрожат. Очень тут упирается все в реакцию. В умение быстро стрелять. Ты что делаешь-то? Быстро стрелять. Но, короче говоря, вот это вот... какая серия? Я ее за второй подход пишу. Или за третий. Тихо, ребята. Увлекает, то есть, несмотря на то, что по современным меркам вообще уже не смотрится. Тем не менее.
отрываться. Просто категорически не хочется. Так, ребятки, вы, я думаю, снизу меня сейчас свинцом накормите, да? Ну да. Ой, только не улететь вниз. Ой, что творится? Откуда вообще? А, вон он. Хорош. Так, как бы мне поудобнее избавиться от всех этих ловушек. Нормально, пойдет. Так, перезарядим свой М16. Кольт Командос. Блин, ты посмотри уже, оттуда прибежали. Прилег, хорошо. По-моему, кстати говоря, Макс Пейн 2, одна из первых игр была, в которых начали применять рэгдолл. Ну, то есть, тряпичную физику тела, как тряпичная кукла себя ведет. По тем временам выглядела. Ну, жутко технологично, надо отметить. А нет, раньше всего, по-моему, появилась в Хитмане. Ну, лично я увидел, я не знаю. Так, ладно, у меня есть граната, поэтому почему бы и нет. Почище стало. У нас такой мини-платформер. Нужно успеть пробежать. О! Ой, я куда? Я никуда бегу! Ой! Нет, я вообще не бегу, а лечу. Так, этот брать у меня все, в минус ушел. Что дальше? Я все правильно понял, это меня радует. Сохраняемся. Я вообще удивился, что вот эта дверь, из нее сразу не поперли враги, потому что в данной игре врагов суют везде, где только можно. Да. Подрывают, похоже, несущие конструкции. Просто хотят, чтобы завод сложился сам в себя. Прошарены, то есть братки. Так, там наверху у нас браточка. О, сейчас мы сядем поудобнее и придумаем, что с ним делать. А я думаю, оптимально будет сейчас разрушить окошко. А потом... Ой, не падай, пожалуйста. А потом закину туда гранату. Хотя, конечно, с моей меткостью я туда не попаду гранату. Ну или вот так. Что, в принципе, равнозначно. Дошло? Дошло. Хорошо. Так, что дальше? Вниз. Остается только вниз. Причем я тут, по-моему, уже был. Или просто похоже помещение. Надо было отсюда спрыгнуть. Ну ладно. Я к этому, сами знаете, как отношусь. Подожди. Это что это такое? Это я сквозь стену вижу что-то? Давайте посмотрим. А, не, не дает. Ну ладно. Так, минус один. Понял, понял, хорошо. Так, сохраняемся. Молодца. Ладно. Лечимся пока спокойно. Сохраняемся пока спокойно. Ой, что творится. Тот братюнь наверху с кольтом меня, честно говоря, вообще не радует. Он, похоже... Да блин. Будет настоящей главной болью. Ой, он своего взорвал. Молодца.
шел, шел. Братья, ты смотри, че. Фильм смотри. Так, ладно. Откуда еще полез? Как тараканы, просто со всех сторон. Ну, хорошо. Так, нам, видимо, сюда, сюда, и отсюда, сюда. Нет. Бля. Не люблю прыжковые упражнения, не люблю. Они меня, как правило, не радуют. Ладно. Так, нам, скорее всего, вон туда. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ах, блин. Только вылез, сразу хапом. Ну, в этом весь Макс Пейн. Пейна тут полно. Так, понятно, нам, видимо, все-таки туда. Давайте да, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, возможно... Нет, здесь у нас вообще ничего. Так, хорошо. Сохраняемся. Берем более таляющий, лечимся. А, это братья я уже убил. Граната. Processing diagrams fill the control room screens, all but one. An elevator titled D6 on one of the screens, somewhere onwards, past rows of ovens, in the core of the plant. Тихо. Короче говоря, мы открыли доступ куда-то на подземный уровень этого завода. Сейчас узнаем, что тут на самом деле творилось. Сталь литейный завод, это, судя по всему, было просто прикрытие. Ничего. Сохраняемся. Почаще сохраняемся. Чем чаще сохраняешься, тем меньше потом головной боли. Да, блин. Почесался, называется. Ох, какие пули непробиваемые, офигеть. Так, лечимся, лечимся. Со здоровьем полный голяк. Так, ладно. По идее, нам, наверное, вниз вот туда. Давайте попробуем сюда. Нет. Отнюдь. Увы. Так, ну я тут везде уже был. Или нет? Что я делаю? Молодца. Батя говорит, молодца. Давай еще? Или достаточно? Похоже, достаточно. Так, один готов. Второй прячется где-то. Где-то он там. Да, блин, да что ж такое? Подарок вам туда. Еще подарок. Да, блин, да что ж ты чуть-чуть высунешься. Это же, это, по-моему, просто печально. Так, с этим все порешали. Давайте, что ли, на вас потратим свою прелесть. Готов. Готов. Надоели уже. Да твою мать, ну... Эта игра меня ненавидит. Эта игра меня просто ненавидит. Так, ладно. Ты живой еще там, нет? Конечно же, живой.
сюда нам нет пути, зато мы сохранимся. Keep out, danger. Да уж, ребята, да. Так, мне похоже, на этой хрени надо ехать, да? Что мне сделать, чтобы вот эта штука закрылась? Она сейчас меня просто поджарит. Ну да. Просто поджарила. Возможно, мне не нужно сюда лезть. То есть... так пройти попробовать. Блин, это кошмар какой-то. Я по этому раскаленному бруску не могу, наверное, ходить. Ой, блин, это все печально. Сохранились. Страшное дело. Так, с этой стороны. Ладно. Так, ну ладно, вроде живы. Оф, так, сейчас мы сохранимся. Вперед из песни. О, ребята, а что у вас тут не 100 штук-то? Всего парочка. Также у меня хоть какой-то шанс есть. Садисты. Блин, все-таки хапнул. Так, синхронное падание у них, похоже. Падение. Падание, нет такого слова. Хорошо. Ой, блин. Что ж вы там наделаете, гады? Они меня ненавидят, просто ненавидят. Открывайся ты давай. Так, теперь отсюда не хочет идти. Ладно, нашим легче. Живой остался. Да блин, ну что ж, это меня просто, похоже, костер убил какой-то, что ли. Да. Это все страшно. Да, закрывайся. Все, вроде полегчало. И теперь я думаю, может сохраниться. И сам взорвался. Я примерно так и думал, что произойдет. Давайте еще раз попробуем. Так вот раз более аккуратно. Хорошо, они мертвы, мы живы. Какой-то прогресс. Мне правильно будет сказать, хоть какой-то прогресс. Очередные мины. Блин, окопались натурально, как эти самые. Да сколько же вас, мать вашу? Что же вы издеваетесь надо мной? Так, ладно, вроде отъехал. Наверху еще братюня у нас. Наверху тоже кончился. Тут я тоже, по-моему, был уже. Ну ладно. Хожу кругами просто. Правильно, хожу кругами. Так. Сдается мне, что мне нужно как-то... А, вот отсюда, наверное. Хорошо. Без шансов. Так.
Надо сразу тогда забегать и пытаться их убить. Это тоже, конечно, практически сразу приведет к смерти, наверное. Но это, по-моему, единственное решение данной проблемы. Других пока на ум не приходит. Фу, живой. Замедления нет, ну ладно. Зато живой. Ой, ой. То есть может быть еще хуже? Подожди, что происходит? Ой. Так. Сейчас вам подарочек, ребятки. Давайте, открывайте. Да, блин, все-таки успевает, смотри. Или я сам себя взорвал, я не пойму. Сложно сказать. Фу, блин. Опасно. С такими жизнями совсем опасно. Ну ладно, поехали вниз. Чё нам? Верно. D6. Похоже, какой-то. Глава 3 пошла. Кстати, уже давно пошла глава 3. Bogart is Marlow, or is Sam Spade going after the Maltese Falcon to unravel all the mysteries? Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. You can't do this! My men are still inside! Do you have any idea why this is called Operation Dead Eyes? Такие лица. Нормально пришитили паренька. Let's do it. От свидетелей избавляются, короче говоря. Тут у нас настоящий бункер. Запустили самоуничтожение. Что-то у меня сложилось такое впечатление по этим гербам американским, что это какие-то правительственные уже агенты. Что-то мы совсем копнули глубоко. Да. Прекрасное у меня место, надо отметить. Хотят моей смерти. Все в этой игре хотят моей смерти. Эта игра меня просто хочет убить. Да, блин. Так, ладно. Кое-как от одного избавились. Desert Eagle меня выручил опять. Так, что там у нас по времени-то? В принципе, давайте-ка мы на этом прекратим эту серию. В следующую уже пойдем по этому бункеру. Могу сказать, что игра все круче и круче. Я совершенно про нее забыл. Забыл про сюжет. И я думаю, вот такое вот напоминание сюжета будет перед выходом третьей части довольно полезно. Больше деталей почерпнем из сюжета третьей части в итоге. Потому что отсылки, я думаю, к первым частям будет дофига. Как бы там ни было, все круто. Надеюсь, вам тоже нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.